Здравствуйте. Я ищу Роуз. Она здесь? Зачем она вам? Мне надо поговорить. Она не хочет говорить. Уходите. Пожалуйста, это очень важно. Я Роуз. Вы меня ищете? Мне сказали, вы нам поможете. Помогу. Идем. Лучше в доме поговорим. Думаешь, им можно верить? У нас нет выбора. Входите. Как тебя зовут? Алиса. Да у нее температура. Мы ночевали под открытым небом. Она устала. Наверху свободная комната. Уложи-ка ее в постель, а я принесу поесть. Адам, проводи их наверх. Со мной все хорошо. Нам нельзя останавливаться. Надо перебраться через границу. Не бойся, Алиса. Эти люди нам помогут. Отдыхай, а завтра вечером мы будем в Канаде. Обещаю. Почему люди нас ненавидят? Мы ничего им не сделали. Люди бывают сложными. Иногда их очень нелегко понять. Почему нельзя просто поговорить? Они поймут, что мы хорошие. Я не знаю. Правда, не знаю. Не знаю, что ты любишь, но я тут тебе принесла свои фирменные спагетти. Ты мигом встанешь на ноги. А это от температуры. Спасибо. Одежду я постираю. Тебе надо поесть. Ты уже давно ничего не ела. Хоть попытайся. Если что понадобится, я внизу. Ты давай поспи, и завтра станешь сильнее меня. Я с ней побуду. А тебя как зовут?
Я Кэра. Это мой сын Адам. Я Роуз, но ты и так знаешь. Присядь с нами. Ну, расскажи мне, как вы сюда попали, Девиант и ребенок. Отец ее избивал. И когда я это увидела, у меня внутри что-то сломалось. Почему-то ее жизнь вдруг стала важнее моей. Я хотела ее защитить. И мы сбежали. Я поняла. Мы ведь здесь не первые. В последний месяц сюда приходит все больше и больше. И я не знаю, в чем дело. Что-то происходит. Не знаю, как вас благодарить. Алиса бы не вынесла еще ночь на улице. Я просто стараюсь выручить, где могу. Говорят, вы переправляете андроидов через границу. Нам поможете? Единственный путь по реке, а зимой она замерзает. Это очень рискованно. А после ролика того андроида по телевизору, все теперь на нервах. Я думаю, вам лучше переждать здесь, пока все не уляжется. Мы не можем жить в бегах. Алисе нужен дом и нормальная жизнь. Нам надо через границу. Как угодно. Прошу, помогите нам. Скорее подойди! Что происходит? Там Мэри. Она отключилась. Мы сбежали вместе. Все мечтали, как мы будем жить на свободе. Я ее люблю больше всего на свете. Как жить без нее? Оставим их. Алиса? Что ты делаешь? Тебе надо спать? Я не хочу спать. Идем, Алиса. Она больше не хотела оставаться в комнате. Все в порядке? Да, в порядке. Нельзя их прятать. После всего, что сегодня случилось, слишком опасно. Знаешь, что будет, если полиция их найдет? Нас посадят, мам. Ты это понимаешь? Посадят. Адам, мы это уже обсуждали. Нет. Я больше терпеть не стану. Ты пустишь жизнь псу под хвост ради этих машин? Они не машины. Они живые. Я живой. Ты живая. А они? Они роботы. И ты бы этого не делала, был бы папа с нами. А ну не смей говорить со мной в таком тоне. Я не пойду в тюрьму за то, что ты с ними возишься. Замолчи сейчас же! Все, хватит!
Ты не слушай. На него просто иногда находит. Он никак не смирится, что отца нет. Он хороший мальчик. Я пойду выясню, удастся ли переправить вас сегодня, ладно? Подождите, я ненадолго. Вся страна пребывает в шоке после нападения андроидов на Детройтскую телебашню. Машины пустили в эфир видеообращение, содержащее ни много ни мало требования андроидов ко всему человечеству. Пока не ясно, идет ли речь о каком-то программном сбое или за этим стоит какая-то организация. Пока в Киберлайф не дают комментариев, но мы надеемся узнать больше в ближайшие... Мы не хотим доставлять вам неприятностей. Мы очень скоро уйдем. Скорее бы Роуз вернулась. Кайра. Мне надо тебе кое-что сказать. Насчет Алисы. Не сейчас, Лютер. Ты знаешь, что там произошло, да? Ты знаешь, но не хочешь мне сказать? Я думала, что между нами нет секретов. Если я скажу, ты меня сразу разлюбишь. Алиса, ты знаешь, что это неправда. Полиция! Это полиция! Что нам делать? Они знают, что мы дома. Скорее, Лютер, уведи Алису и спрячь. Кончится. Прачечный. Идем, Алиса.
Увидя твой страх, все кончено. Ты ведь не хочешь проблем? Не хочешь проблем для мамы? Тогда успокойся и слушай меня. Добрый вечер, мэм. Извините за беспокойство. Нам тут поступили сообщения о неких андроидах. На фоне всей этой истории с девиантами, сами понимаете. Разрешите с вами поговорить? Можно войти? А, конечно. Спасибо. Добрый вечер, юноша. Добрый вечер. Может, чашку кофе? С удовольствием. У вас тут ничего необычного не происходило? Никаких незваных гостей? Нет. Нет ничего особенного. В доме еще кто-то есть? Нет, только мы. А у вас есть андроиды? Нет, тут нет никаких андроидов. Спасибо. Как тебя звать, сынок? Адам. Меня зовут Адам. Все в порядке, Адам? Эти андроиды, они... Он просто потрясен этой историей с девиантами. Вы что-нибудь знаете о девиантах? Видели таких? Нет. Нет. Я ничего не видел. Пойду я. Спасибо за кофе. Хорошего вечера. В доме еще кто-то есть? Сквозняк. Это сквозняк. Я, наверное, окно забыла закрыть. Извините за беспокойство. Приятного вечера. Пока, Адам. Уехал. Не бойся, Алиса. Все будет хорошо. Это Роуз. Вы приготовьтесь. Уходим сегодня.